Это что за дырявый дом, ребята? Здесь можно вообще... Это дом для пряток специальный, что ли? Прятки в Брухэвен. Миш, что ты смотришь на гробик? А, это гробик? А я думала, это коробка. Не, я знаю, это точно гробик. Не знаю, зачем папа его тут положил, но он точно никому не нужен. Может, выпасим? А может, он нам пригодится? Ничего не понимаю, зачем я смотрю на это изображение? Ну вот зачем? Вот ничего не понимаю, не могут по телевизору что-нибудь нормальное включить? Вот это что такое? Это что за бешеные котята? Переключись канал! Пульт не работает, ё-моё, что бы такое сделать? Папа, папа, мы хотим играть в прятки! О, круто, а народ уже собрали? Сейчас соберем! А давай так соберем людей, закроем глаза и они появятся! Ничего не вижу. Открыли. Не вижу. Ну что, открываем? Открываем. Ух ты, ничего себе. Все получилось. Пойдем к папе. Пап, мы собрали людей. Готовы прятаться? Ну пойдем, я расскажу правила. Так, выходим. Ой, что вы тут мельтешите? В общем, слушайте правила. Вы можете становиться большими, можете становиться маленькими, можете прятаться в любом месте в этом доме. А я буду вас искать. Когда я вас нахожу, вы выходите на улицу и ждете остальных. В общем, у нас прятки, как в реальной жизни. Я вам даю 3 минуты, чтобы спрятаться. Начали! Все пока убегают, а я буду считать. Вот, на табличку 16 буду смотреть. Я считаю до 5. Нет, это слишком быстро. Ладно, до 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Друзья, а пока я считаю, пока они прячутся, я вам кое-что расскажу. Сегодня у нас только новенькие. Только новенькие, которые еще ни разу не играли в прятки в Брухэвен. Поэтому и у тебя есть шанс тоже поучаствовать. Если ты реально хочешь, давай поставим лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Молодец. А все съемки происходят в Дискорде, поэтому подключайся. Продолжу считать. 11, 12, 13, 14, 15, 99, 100. Кто не спрятался, я не виноват. Ребята, кстати, мы сегодня ищем в самом страшном доме Брухэвена. Самый страшный. Но меня Риша научила, как здесь делать ярко и светло. Вот здесь вот такие кнопочки. Сейчас, наверное, все, кто прячется, перепугаются. Вот бац, дом синий, красный, розовый, салатовый и белый. Белый мне больше всего подходит. Ну что ж, начинаем искать. Так, заходим от первого лица в коробочку в эту, и никого там нету. Заходим в туалет, посмотрели в потолок. Ага! А, в смысле, что это тут расселся? А это что такое? А, понятно. Так, где же у нас тут кто-то прячется? В туалете никого не нашел. В эту коробочку? А, эта коробочка не двигается. Черный стул какой. Это гильотина, ребята! Это такая штука, которая голову отчекрыживает. Какой кошмар. Так, открываем. Бамс, никого. Открываем сверху. Мамочка, это было страшно! Это было очень страшно. Приветик, приветик, туки-туки, я тебя нашел. Все, выходи на улицу. Боже мой, я перепугался, ребята, у меня чуть глаз не выпал. Это было реально страшно. Ну дальше продолжаю гараж обыскивать. Я вообще перепугался, реально, ребят, вообще было страшно. Я забыл, что, кстати, надо проверять в коробочках, когда от первого лица вот так вот, иначе не щелкается. Все, здесь я посмотрел. Сейчас попробую в лестницу. В лестницу вошел, ребята, смотрите. Так, 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 так. Фух, под лестницей, кстати, тоже нычка, и там никого нету. Так, ладно, холодос открою. Посмотрим. Только молоко стоит. Нет, никого нету, это хорошо. Страшно. Духовку откроем. Никого. Микроволновку откроем. Никого. Посудомоечную машину откроем. Никого. Закроем. Так, я помню, ребята, надо искать, когда маленький, уменьшаюсь. А еще надо сделать зверское лицо. Так, например, вот такое. О, нет, слишком страшно, я сам себя боюсь. Вот такое. А, нет, это мне палец прищемили, тоже не подходит. Так, ладно. Буду вот такое, ребята, вот это самое страшное лицо. У меня просто нет лица. Так, ладно, пойду всех искать.
Я не виноват, кто не спрятался. Так, в печку не залезу. Посмотрим здесь, за телевизор заскочим. О, а может здесь есть где-то место? Ребятки, я пытаюсь пройти сквозь стену. Нет, никого нету. Теперь за телевизором. Никого нету, видите, да? Никого нету. Здесь. А как туда попасть? О, есть, вот сюда. Нет, я думал, может здесь секретные места, но нету. Под сидушкой тоже нету. Ну, вроде бы первый этаж я обошел, да? Здесь никого нет. Здесь. Все, первый этаж я обошел. И никого я больше не нашел. Пойдемте на второй этаж. Ой, зачем? У меня же еще улица есть. Ой, мамочка, тут еще могилка. И здесь могилка. Боже мой, какой страшный дом. Зайдем в это дерево. В дереве никого нет. И сюда посмотрим. Ага. А, здесь никого тоже нет. Я подумал, может, Рита опять черной стала и спряталась. Под лестницу не зашлось. О, это кто? А, это какая-то штуковина, лопата. Дальше. Ребята, здесь ты черный дом. А в этом черном доме, слава богу, никого нету. Это было бы очень страшно. Так, все, заходим в дерево, в это дерево. Щелкаем как-то так. Странно, я бы здесь спрятался, прикольное место, но никого нету. О! У меня есть идея, ребят, давайте посмотрим камеру. О, вон он я, смотрите, ребята, вот он, выбежал, я попал в видео, ура! Вроде это уже было. Давайте посмотрим здесь внимательно, никого не вижу. Здесь кто-то бегает, а это я. Посмотрим тут. Никто не шевелится, здесь. Тишина, спокойствие. Здесь никого нет. Тут. Вот тут мне показалось, кто-то есть, кто-то не кишит. Вот тут, ребятки, надо будет проверить. На улице кто-то. Здесь тишина. Все, никого нет, фух. Точнее, кто-то есть, но не знаю кто. Давайте в дерево. Я прям в дереве, ребят. Представляете, я вот в дереве. Смотрите, я вот заглянул в дерево, тут что-то белое. Ой-ой-ой. Так, никого нету. Я помню, что в этом доме было похищение человека, и он вот здесь был. Ага! Приветик! Туки, дочка Ариша! Я тебя нашел. Ты что, думала, что ты здесь спрячешься? Ну, как? Ариша, мы же здесь сериал снимали. Здесь вот сидел похищенный человек, вот так вот был привязанный. Здесь были брызги крови всякие разные. Ты что, не знала, что ли? Видно, я в это время была в отпуске. Понятно. Ну все, иди там веселись, там уже кого-то я нашел. Гоняйтесь на тачках. Ой, мамочка, ну ты здоровая. Все, гоняйтесь на тачках, а я продолжу искать людей. Посмотрим в лампе. Кровать пощелкаем. Никого нету. О, сейф! Кто тут в сейфе? Никого, только мои деньги лежат. Никто не... Ну-ка, пересчитаю. А, туки! Приветик! Я тебя нашел. Все, я твое лицо записал. Ребята, смотрите, здесь какое-то потайное место. Я прям чье-то лицо встретил. Офигеть, просто. Все понятно, только непонятно, как я туда забрался и как я отсюда выбрался. Ничего не понятно. Вот он вход этот. Вот, смотрите, ребят, вот тут заходишь и попадаешь в текстуры дома. Так, теперь вот тут, вот так вот, вокруг сейфа. Она обнесла меня, ребята, она стащила $10. Не знаю, зачем, наверное, себе на чупа-чупсы. Офигеть, я уже ее нашел. Это что, за дырявый дом, ребята, смотрите, я опять куда-то попал. В шкаф, смотри, это дырявый дом вообще в хлам. Здесь можно кучу мест, где можно спрятаться, обалдеть. Ну здесь, кстати, никого нету. Уже 3 человек я нашел, отлично. Я и в шкаф могу залезть! Чё за фигня? Это что за дырявый дом, ребята? Здесь можно вообще... Это дом для пряток специальный, что ли? Офигеть! Так, кто тут у нас? Кто у нас тут? Кто? Никого? Ладно. Посмотрим теперь тут, за кроватью. Вот... А, здесь я уже был. Все, здесь я был. Здесь я посмотрел. Переходим в ванну. Кто в раковине у нас прячется? Кто в раковине? Ребятки, здесь все раковины прозрачные какие-то. Когда маленькие, я могу проходить вот так вот, прям сквозь раковины. Ребят, у меня проблема, только что дождь через крышу лил. Обалдеть. Какой-то глючный дом, вообще весь текстурный. Вот, смотрите, я в ванну влез, вот так вот. Неудивительно, что здесь вода может вытечь. И вот, смотрите, ребят, я опять куда-то попал.
Что за такое? Это что такое, ребята? Давайте от первого лица. Хоп-хоп. Заходим. Вот прекрасное место, где можно спрятаться. Но это еще не все. Мы можем перейти в другую комнату. Вот, ребята, потайной проход. Ничего, удивительно, что там никто не спрятался. Может, я сейчас еще в туалете где-нибудь спрячусь? Обалдеть. Вот, ребята, смотрите, тут вот можно вот так ходить. Сквозь туалет. А-а-а, что за ерунда такая? Что за дом дырявый? Гробик, еще один. Я в него вошел. Так, надо, короче, все стены обнюхать просто. Потому что тут столько можно проходить. Я что-то нашел, смотрите. Вот. Привет, приветик, туки-туки, девочка, черно-желтые волосы, я тебя нашел. Обалдеть, тоже какое-то секретное место, ребята, смотрите. А вот еще, туки-туки, привет, девочка в голубенькой шапочке, туки-туки, я тебя нашел. Пригоня, ребят, смотрите, сколько всяких разных мест, вот тут вот можно прям прятаться. Ничего себе, уже не понял, как я сюда попал? Что за дырявый дом? Я, короче, сейчас, получается, где-то вот... Вот тут вот шел-шел, попал сюда. А сверху попал туда куда-то. Ну-ка. Так, вот так вот. Бац! Я здесь! Как так? Я же был наверху! Оказался внизу! Какой бардак! Боже мой, дырявый дом! Это просто дырявейший дом. Может, еще тут где-то, может, дырки. Ребята! Еще одна секретка! Офигеть, ребята! Вот здесь точно никого нету, но это. Это реальная секретка. Это дом для пряток. Вот, смотрите. Короче, запрыгиваем на шкаф. Ой, я еще и в шкаф попал. А, я сюда уже попал. Запрыгиваем, например, на лампу. Ну, как, куда, как, что? Вот здесь вот. На стол. Во, на стол запрыгиваем. И со стола запрыгиваем вон туда. Сейчас еще раз. Вот. И попадаем сюда. Вот это секретное место. Это супер секретное место, ребят. Короче, ну и дом. Сейчас у меня ощущение, что я сейчас уже сквозь пол провалился. Нет, не провалился, это хорошо. Так, гардероб я весь обыскал. Может, кто-то висит, вместо вешалки нет. Шкаф. Так, обнюхаю шкаф со всех сторон. О, еще одно секретное место, ребята, смотрите. Еще только что мы нашли секретку. Вот, но здесь опять никого нет. Вот, например, видите, я спрятан. Я... Где? А нету, а все, меня нету. А вот он я. Нашелся, ребят. Здесь еще одно секретное место. Офигеть, ребята, тут прям два секретных места в одном секретном месте. Это как так? Секретка в секретке. Наверху, может, еще как-то наверх можно запрыгнуть куда-нибудь. Еще секрет. А, да, ребята, еще секретное место. Посмотрите, обалдеть, еще одно секретное место. Да тут секретные места в секретных местах. Офигеть, просто офигеть. Ничего себе. И что, еще одно? А, нет, фух, а то я думала, что третье секретное место в секретном месте нашел. Вот туда, попробую-ка я вот сюда запрыгнуть. И здесь еще, ну разумеется, где же? В этом доме везде секретные места. Поэтому я тут нахожу в секретных местах еще одни секретные места. Конечно, я уже даже не удивлен, что их тут 5000 мест, этих секретных мест. Офигеть, просто весь дом дырявый, абсолютно дырявый. О, да, в этой комнате я еще не был. Приветик! Туки-туки, девочка-грибочек! Какая-то у тебя шляпа, грибочек. Ой, я тебя нашел, туки-туки, за подушкой. Классно спряталась, но я, видишь, сбоку подошел маленьким, и я тебя нашел, да. Да-да, если ты думаешь, что я тебя не нашел, я тебя беру на руки. Давай, запрыгивай. Вот, я тебя нашел. Давай я тебя выкину на улицу. Попробую. Да, получилось! А, нет, не получилось. Ну ладно, я тебя, в общем, нашел. Так, теперь за кроватью посмотрю. Нет, ну и конечно же, друзья, в этом доме по-любому будет куча секретных мест. Запрыгиваем сюда. Ну конечно же, вот и секретка. Ребята, здесь этот дом просто нашпигован секретками. Сейчас попробую с кровати какой-нибудь. Или... О, ящик. Кто в ящике сидит? Никого нету. Никого в ящике нету. Попробую сейчас в кровать как-нибудь влезть. Или в какую-нибудь еще стену пропихнуться, ребятки. Со стула. Вот, его же не зря здесь поставили. По-любому он куда-то можно. Нет, нельзя. Так. Попробуем подумать, где здесь еще может быть секретное место. Вот! А, это камера. Запрыгиваем сюда. Здесь никого нет. Интересно. Ну и где же моя дочь Маргарита прячется? И кто-то еще. Вот такое сделал пострашнее. Пострашнее. И сейчас я в Дискорде спрошу, кто еще спрятан. Ну все, с таким зверским лицом я сейчас их точно найду.
Где вы прячетесь? Сейчас я включу телевизор, ужастики, вы выбежите. Так, где-то они прячутся. О, вот тут по-любому секретное место, ребята. Сейчас, я туда. Сейчас, видите, у меня страшное бешенство. Не получилось с первого раза. Вот, жалко, мне вертолетика нету. Все, я попал сюда, но тут никого нет. Здесь никого нет, прикольно, я нашел еще две секретки. Ага, приветик. Не знаю, сейчас я как-нибудь к тебе заберусь. Приветуля, приветики, девочка с хитрым взглядом. Я тебя нашел, тебя выдали белый, как белая какая-то штука у тебя. А я, тем не менее, еще где-то провалил. Я в каком-то месте, ребята, черном. Фух, выбрался. Теперь сюда и вот здесь вас. Приветик, туки-туки, Рита. Я нашел второй предпоследний. Вот, Рита, тебе представляешь, если бы я сейчас еще одного до тебя нашел, то все, ты бы победила, но победила, получается, другая девочка. Так, я опять в Дискорде спрошу. Рита, смотрите, на дверь. Она сейчас просверлит новую секретку. Пятками вот здесь, в полу. Дальше буду спрашивать. Туалет. В туалете секретка! Ребята, смотрите, еще одна секретка! Из этой секретки выход в другую секретку. Офигеть! Но она, кстати, не там спрятана. Ну просто это... В смысле, мы... Здесь есть проход в гараж? Ребята, здесь вот где-то в гараж можно пройти. Это дырявый дом, полностью дырявый дом. Так, давайте вспомним, как я туда попал. Я как-то вот так вот прыг. Вот. И потом вот сюда запрыгнул. Вот, ребята, смотрите. А вот потом вот здесь прошел, ребята, прикиньте. Короче. Так, задом сдаю. Сдаю задом. Потому что мне ее надо... А, блин, ё-моё, как так? Офигеть. Вот она, где ты там пряталась? Ребятки, от первого лица. Вот здесь она. Вот здесь ты сидела, да? Вот так вот. Ясно, ребята. И вот у нас победительница. Вот эта вот девочка. Давай я тебя сейчас на руки возьму. Вот, запрыгивай на папу, покатаю тебя. У тебя будет челлендж покататься на папе. Ребята, вот наша победительница сегодняшних пряток. Вот в этом черном-причерном доме. Который просто... О, смотрите, прикол. Не шевелись. Во, я торчу, смотрите, я мистер Картус. Домик, который полностью нашпигован секретными местами. Многие секретки были пустые, ребята там даже не прятались, они даже о них не знали. Посмотрят видосик и узнают. Зато ты, да, ты уже все секретки знаешь. Ребята, будут еще прятки в руках, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Папа Дочки. Рита! И наши подписчики, даже вот динозавр какой-то. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Меня утащил динозавр. Меня утащил динозавр.